Всем привет! Вот и новый выпуск влога. Он будет для девочек, потому что я буду рассказывать, что хранится в моей косметичке и почему вообще я вам ее показываю. Если тебе интересно заглянуть в чужую косметичку и посмотреть, что там хранится интересного, кто что носит с собою, то оставайся и смотри видео. Если тебе не интересно, то выключай его. Что я не особо такой любитель краситься, я классика. У меня классика. Тушь, губная помада, тени и все. Я даже не люблю, вообще никакими тоналками, ничем не пользуюсь. Итак, что же у нас тут находится? Я, наверное, вот повыкладываю все вот так, а потом будем складывать на место. И буду рассказывать все подробно, что здесь находится, потому что ну, это невозможно так вот все разом здесь. Потому что иначе мы с вами здесь не разберем ничего, не поймем явно тоже ничего. Пусто. А вот здесь видите, на всех косметичках у меня должна быть булавка. Но без нее порой как без рук. Вот лично мне она необходима. Ну и так, у меня косметичка пустая. Теперь мы с вами отправляем в дискуссию, где мы с вами поговорим о том, что у меня здесь вообще хранится, и просто с вами пообщаемся. Вот так. Все вывернула, все выкинула. Сейчас будем складывать и будем с вами разбираться, что же здесь находится. Ну давайте начнем, наверное, с того, чем я вообще очень редко пользуюсь, чтобы мы как бы вниз положила я косметички, и оно меня не смущало. Значит, очень редко я пользуюсь вот такими двумя кистями для макияжа. Ранее я пользовалась, они мне нравились, но сейчас я не пользуюсь. Как-то успехом у меня они не пользуются. Но в любом случае, для того, чтобы оно было, когда как оно у меня есть. Дальше. Следующий момент. Я очень редко пользуюсь цветной тушью. На данный момент у меня тушь голубая. Мне нравятся очень силиконовые щеточки. Здесь вот силиконовая щеточка и тушь голубая. Я не очень-очень редко пользуюсь. Вот, но в основном поверх черной туши. Ну, знаете, как по настроению, наверное, либо для того, чтобы выделить макияж, когда это того требуется. Отправляем ее в самый низ тоже. Очень редко пользуюсь инструментом для чистки лица. Очень удобен вот такой вот. Ну, ним я вообще редко пользуюсь, считай, не пользуюсь вообще сейчас. Отправляем его тоже вниз. Очень редко, но, конечно же, необходима точилка для карандашей. Она по-любому у меня здесь хранится. Можно не внизу даже, но в любом случае. Дальше. Еще одна, очень редко пользуюсь, кисть. Было такое, что очень редко ранее пользовалась, сейчас как бы не пользуюсь. Но она просто необходима, я считаю. Мало ли что бывает. Закрывается вот таким вот легким движением руки. Закрываем. Конечно же, заколка. В любом случае. У меня тут резиночки. 2, 4, 5. Ну да, 6 на голове. В общем-то. Резинки в любом тоже случае отправляются сюда. Дальше. Большая расческа с зубцами. Бывает всякое необходимо. Ну хотя не особо не пользуюсь. Ну как же без маникюрных ножниц? Ножницы-то в любом случае. Мне они очень нравятся, острые, закругленные. Хорошо даже дочери. Стригу очень удобно. Раз, вторые щипцы. Щипцы, да, как их? Кусачки какие-то такие вот. Забыла, как они называются. Моя проблема. Вот, и пинцет. Ножнички, как я сказала уже. Они немного скошенные, очень острые, классные. Пинцет, обожаю его. Он острый здесь. Но классный. И... Да, или как-то.
классные. Отправляемся. Все туда. Вот, да, кстати, забыла. Очень-очень редко тоже пользуюсь тушью для ресниц. Вот такой вот блестящий. Показываю ближе. Мне нравится блеск. И блестки очень нравятся на глаза. Я, правда, пользуюсь очень редко, но как бы для повседневного макияжа не совсем-таки рационально использовать это такое дело. Ой, хотелось. Но на праздники там, либо вечерний макияж добавляют, вот вы видите, да, здесь не совсем щеточки, здесь вот такие вот зубцы, которые цепляют блеск, и уже по ресничкам накрашенным как бы поверх попадают. Вот, на праздники дочери тоже нравится. Бежит, мама, крась, кричит. Вот так. Но, естественно, очень редко пользуюсь. Теперь буду блестеть, что делать. Так, дальше мы отправляемся уже к такому, что, в принципе, у меня как бы в повседневном использовании. Аппликаторы для теней. Наборчик был, а сейчас остались уже 2 штучки. В наборчике было 5 или 6 штук, честно говоря, уже не помню. Очень тоже удобненькие, небольшие. Тоже отправляем туда. Используем очень редко с дочерью, но бальзам для губ, он также может идти на локти, когда вот зима, потрескавшееся вот такое вот состояние, все. И когда губы подвергаются ветру, морозу, либо до, либо уже когда опоздал после, у меня это больше дочь использует, ну и у бывшего мужа тоже это есть, он там тоже на ветру работает, поэтому как бы любим это все дело. Значит, дальше идем, использую карандаши для глаз. У меня есть такой тон черный, коричневый, и поэтому люблю именно такие цвета. И здесь то же самое. Сейчас ближе покажу. Вот эти два. Один коричневый, вот видите, и один черный. Я их использую как даже тени иногда, потому что очень нравится. И этот карандаш тоже использую как тени, но он блестящий. Такой черный, но блестящий. Рисую на руке, чтобы вам было понятно. Один обычный, ну, блестящий, один обычный, черный, коричневый. Видите, да? Один такой черный, коричневый, а это такой темно-синий даже, с блеском. Их все, в принципе, использую как тени. Знаете, раньше, когда показывали, смотрела, либо девчонки показывали свои косметички, думаю, да что? Такое, в чем прикол, вот что интересного снимаете, кому интересно вообще это все наблюдать. Но с чередой событий я поняла, что людям мало того, что это интересно, так еще и у меня мои девчонки, которые являются покупателями, потребителями, да, они меня тоже спрашивают, что в твоей косметичке, покажи что-то. Вот именно этот момент и, в принципе, заставил задуматься о том, что нужно бы, походу, снять видео на эту тему. Но так как я захотела с вами поговорить и немножко растянуть это все, я сделала его влогом, потому что у меня влог это перемешанный с моей жизнью и с тем, чем я занимаюсь. Почему, да? Да очень просто и банально, потому что мне это нравится и доставляет удовольствие. Это моя, в принципе, жизнь закадровая. Возможно, чего-то вы не увидите, чего-то не покажу. Да, ту же самую булавку на своей косметичке. Но как бы сблизиться и показать тем, кому это на самом деле интересно, мне захотелось. И таким образом вот мы с вами придвинулись, да, к тому, что вот, в принципе, вот этого наборчика, на даже меньше, хватит на каждый день. Это вот мое прямо топовое, чем я пользуюсь изо дня в день. Что же здесь? Помада коричневая. Ну, на меня находит, да, иногда, поэтому как бы, коричневая помада Марк очень мне нравится. Далее, помада Avon True, красненькая. Жаркое пламя называется. И Марк, жидкая, не растекающаяся, матовая помада. Не растекающаяся, матовая. Вот она поближе, перчинка. Значит, коричневая Марк. Тоже вот, ну просто коричневый. И вот она Avon True, красная. Дальше, что нам необходимо? Карандаш для губ. Я использую коричневый.
ближе сейчас покажу. И сразу, пока есть время, расскажу, что вот эта штука называется конжаковый спонж. Честно говоря, я денег стоит, но я не пожалела о том, что его приобрела. Значит, высыхая, он деревянный. Как бы ничего с ним не сделаешь. Что необходимо сделать? В теплую водичку опустить его на некоторое время. Он когда напитается, я пока с вами разговариваю, потом покажу, что произойдет. Вот, и для чего нужно, тогда сразу потом расскажу. Показываю карандаш ближе и сразу покажу подводку для глаз. Я очень люблю жидкую подводку для глаз. У меня бывает карандаш вот такой, при нажатии выдавливается, да, ну жидкая тоже. И вот использую такой вот люксовский, тоже он мне нравится, но мне нужно осторожненько пользоваться, кто любит, тот меня понимает. Карандаш коричневый, как я и сказала, да? На теле он практически не особо виден, да? Ну, он такой светло-коричневый. Вот, и жидкая подводка для глаз. Тонкий. Тонкая очень. Ее я показывала также в своем видео о косметических средствах декоративной косметики, которые пользуюсь ежедневно. Посмотрите, там она тоже представлена. Вот, выкручивающийся, самое интересное, что здесь выкручивающийся карандаш, мне это нравится. И перешли мы к туши. Значит, я люблю тушь, очень люблю, Super Shock Max. Это одна и та же тушь, она, ой, кстати, у меня новая она, не открыла еще. Значит, она одинаковая, что та, что другая. Просто почему разница, да, в чем разница? В том, что это была дизайнерская упаковка на Новый год. То есть подарочная упаковка. Естественно, вот такая штука, он был обмотанный, но он вот приблизительно такого цвета с подарочками на нем было нарисовано. Очень красиво, я, кстати, дарила тоже. Они одинаковые абсолютно. Ну, то, что это новая, а та уже, как бы, грубо говоря, уже все заканчивается. Я вам сейчас эту покажу, чтобы, как бы, вы сверили через время пользования, скажем так. Вот. И влюбилась, не ожидала, потому что я люблю силиконовые щеточки, в этой силиконовой щеточке. Не ожидала, но влюбилась в Марк. Это эффект накладных ресниц. Она такая толстенькая, да, и щеточка не силиконовая, что самое интересное, но она твердая. И мне это нравится. Она прям прокрашивает каждую ресницу. В самом деле, без каких-либо преувеличений. Мне она нравится. Итак, показываю каждую тушь ближе. Super Shock Max. Мне очень нравится щеточка силиконовая. Смотрите. Вот она. Это новая, прям буквально при вас только что открыла. Это через время пользования. Там уже, в принципе, видите, высыхает на последнем издыхании. Только единственное, что одна и та же, отличается упаковка. Марк, тушь, щеточка, смотрите, какая. Эффект накладных ресниц. Вот очень нравится. Убираю. Можно уже гыть, сделать мне. И перешли мы. Дочка, попугай будет. Ты зачем его ловишь? Вот он, влог. Значит, еще раз говорю, что речь сейчас пойдет о тенях. Естественно, я, как уже сказала вам ранее, мне нравятся такие спокойные, более ближе к телу цвета. Очень редко черный, да, по краям пользуюсь, ну а здесь вот коричневый. Покажу вам ближе, чтобы вы видели, но эту палетку я уже вам показывала, опять же говорю, в своем видео о декоративной косметике. Вот она палетка, после времени использования, уже, честно говоря, ну месяца три, наверное, да, с Нового года, до Нового года я еще приобретала, как бы прошло время уже. Вот так. Ку-ку. Вот, видите, да, вот светлее коричневый, вот коричневый светлее, вот темнее, вот тоже темнее, а вот светлее, светло-коричневый, вот так, и, естественно, наш аппликатор тоже, вот здесь находится, да, с одной стороны отпал, я вижу, знаю, ну такая вот я. Вот, это последний шприц, который я на данный промежуток времени хочу сюда положить, в свою косметичку. Расскажу о спонже, он сюда дальше тоже нравится, но уже после того, как он у меня высохнет. Значит, вы слышали, видели, как я тратила специально, чтобы вы поняли, что он твердый был. Сейчас, находясь в водичке, он размяк. Для чего этот спонж? Вы можете ним пользоваться как отдельным средством, чтобы добиться отшелушивающего эффекта. Также вы можете массировать ним свою кожу, и он явно мне нравится, я не ожидала этого опять же. Вот, и его можно использовать как свое. Единичном экземпляре, то есть с самого его, так его использовать и с любимыми вашими тониками для лица нанести сюда, и потом уже предварительно, конечно, с водой сюда вынести. Сейчас кожу немножко поближе вам, чтобы вы видели, как что он себя представляет. Вот он ближе, спонжик. Вы видите, он мягкий стал. И в два раза увеличился явно в размерах. И теперь
можно полностью как бы его брать и использовать, как я уже сказала ранее, по предназначению. Также я не представляю свою косметичку без спрея, лосьона для тела и крема для рук. Но здесь 75 мл, а обычно у меня 30-50, что намного меньше занимает места по размеру, но просто порой жизненно необходим. Парфюм 30 мл, но сейчас у меня его нету, как раз заказала, идет, не успел прийти. Размерами он буквально как тушь, небольшой, и, естественно, не займет много места в косметичке, даже будет меньше, чем вот это зарядное устройство мое. Значит, так как у меня есть челка, я просто не представляю свою жизнь без лака для волос. Мне очень нравится, что вот данный лак 200 мл, он небольшой и очень удобно вмещается в мою косметичку также. Смотря в зависимости от того, куда я отправляюсь, я еще могу взять с собой стайлинг, мусс для укладки волос, либо же, что чаще всего, сухой шампунь. Но это уже немножко отдельная история, и очень редко я это беру с собой, но все-таки. И таким образом, практически легким движением руки, да, вот если бы у меня еще обе были свободны, значит, мы закрываем косметичку, и все благополучно там у меня хранится. То есть взял и пошел ее. Вот такие вот дела с моей косметичкой. Я надеюсь, что я была тебе полезна, и ты что-то для себя уловила. Если нет, ну просто посмотрела. Подошло к концу мое новое видео. Если оно тебе понравилось, ставь лайк. Если нет, ставь дизлайк. А я прощаюсь и говорю до новых встреч.